города Сочи. Местное время 13:36. Температура воздуха 27. Мы находимся в Адлерском районе города Сочи, где реконструкцией международного аэропорта занимается администрация гражданских аэропортов. За всю историю услугами аэропорта воспользовалось уже свыше 60 миллионов пассажиров. И это второй крупнейший авиаузел Южного федерального округа. Находясь в 3 километрах от центра Адлера, аэропорт обслуживает не только Сочи, но и прилегающие территории – Туапсе и Абхазию. А это более 700 тысяч человек. Аэропорт занимает 9-е место по пассажирообороту в России. Однако по статистике иностранцев среди пассажиров сегодня не более 7%. Совершенно очевидно, что к 2014 году ситуация изменится. И наша задача – подготовить аэропорт ко встрече Олимпиады. В частности, это обеспечит корпорация «Инштрансстрой», генеральный подрядчик и генеральный проектировщик аэропорта. Сегодня самолеты приземляются на аэродром класса «Б», оснащенный 2 взлетно-посадочными полосами. Горы на севере позволяют производить взлет и посадку только со стороны моря. На сегодняшний день подготовлен обширный комплекс мероприятий по развитию аэропорта и реорганизации его инфраструктуры. Часть уже выполнена. Это реконструкция искусственных покрытий и водосточно-дренажной сети первой взлетно-посадочной полосы, системы рулежных дорожек и пассажирского перрона. Также произведены замена светосигнального оборудования, строительство очистных сооружений ливневых стоков. К концу 2009 года длина второй взлетно-посадочной полосы достигнет 2,5 километров. Будут реконструированы места стоянок, откроется новый аэровокзальный комплекс. Выполнение полного объема работ запланировано на конец 2012 года. К этому времени на аэродроме появятся вертолетные площадки, новый перрон, берегоукрепительные и очистные сооружения. Рулежные дорожки будут оборудованы осевыми огнями и маршрутизаторами. Аэропорт будет оснащен новейшими системами навигации, связи и наблюдения. Планировочное решение аэродрома, внедрение новых технологий управления движением и совершенствование структуры воздушного пространства позволит выполнить задачу, включенную в заявочную книгу. Обеспечение не менее 24 взлетно-посадочных операций в час. Комфорт и удобство пассажиров – не менее важный пункт, чем техническое оснащение аэродрома. Один из крупнейших в России – 3-этажный международный аэровокзал Сочи площадью 60 тысяч квадратных метров сможет обслуживать 2,5 тысячи пассажиров в час. Эти показатели не случайны. К 2012 году терминал будет оборудован самыми современными технологиями, включая киоски самостоятельной регистрации, круглосуточный мониторинг безопасности и 3-уровневый досмотр багажа с автоматической сортировкой. Будет внедрен полный комплекс средств для пассажиров с ограниченными физическими возможностями, а удобная высадка пассажиров обеспечена 10 телетрапами. 550 машин смогут одновременно разместиться на привокзальной площади. А для желающих воспользоваться аэроэкспрессом будет построен железнодорожный терминал. Просторный скоростной поезд доставит пассажиров в Адлер или другие точки в считанные минуты. Аэропорт – первое, что увидят посетители Олимпиады, прибыв в Сочи. В наших интересах создать хорошее впечатление у гостей, обеспечить комфорт резидентов и сделать аэровокзальный комплекс таким, чтобы люди с удовольствием прилетали в Сочи снова и снова.